Мама! Мама! Я хочу ходить! Мама! Мама! Дима! Дима, пусти ему! Что тут у вас происходит? О, опять ты вся черная. Ты что здесь делаешь? Твоя комната самая черная в доме. И я теперь буду здесь жить. Ничего себе заявочка. Еще чего вздумала? Это моя комната, иди в свою. Я там не могу находиться. А от моих радужных цветов у меня болят глаза. Не говори ерунды, розовый цвет всегда был твоим любимым. Это было раньше, а теперь мой любимый цвет черный. Перекрась свою комнату в черный цвет. И сиди в ней, я тут при чем? Мама не разрешает перекрасывать. Это твои проблемы, уходи из моей комнаты. Мама! Мама! Не хочу ходить! Мама! Мама! Дима! Дима, пусти ему! Что тут у вас происходит? Она завалилась ко мне в комнату, улеглась на мою кровать, развесила вещи у меня в шкафу и не хочет уходить. Эмма, ты чего? Ты мне не даешь перекрасить мои стены в черный цвет. И вот я буду жить у Тимы. Ну ты видишь? Эмма, ну зачем тебе этот черный цвет? У тебя такая красивая комната с шариками, бабочками. У меня от ярких цветов болят глаза. А может, нужно к доктору сходить? От некоторых заболеваний болят глаза от яркого света. Не хочу, я здорова. Она снова решила, что родственница Венсдей. Ах, вот оно что. Эмма, тебе не нужен этот черный цвет. Ведь розовый всегда был твоим любимым. И я и говорил об этом же. Никуда я не пойду. Тогда куда мне идти? В мою комнату. Я не хочу идти в твою комнату. У меня есть своя. Стоп, стоп, стоп. Хватит ссориться. У меня есть идея. Давайте челлендж на 24 часа. Розовый против черного. И кто победит, получит $100. $100? А это интересно. И что нужно делать? Вы на 24 часа меняетесь комнатами. При этом Эмма будет во всем черном, а ты будешь во всем розовом. И кто нарушит правила, например, съест что-то другого не своего цвета, тот и проиграет. Я согласна. И я тоже согласен. Выиграю. И заодно Эму проучу. Ну и отлично. Тогда я засекаю время. И время пошло.
Ты, Тима, быстренько переодевайся и бегом к Эмме в комнату! Подожди, но у меня нет розовой одежды. Я могу одолжить тебе что-нибудь из своего. Хорошо, ради $100 я готов. А что, не так и плохо. Думаю, 24 часа можно и пережить. Интересно. А что у нее есть вкусненького? О, вот это я хорошо зашел. Эмма, я тут такой интересный шкафчик нашел. Сейчас буду есть твои любимые киндеры. Только тронь! Ты знаешь, а мне твоя розовая комната начинает нравиться. У нас челлендж. Откроешь зеленый киндер, я получу $100. А где тут зеленые? А, ну ладно. Тогда я съем только розовые. Так, с чего бы начать? Начнем с вот этого. Так. Какой вкусный шоколад! А игрушка какая интересная! Офигеть! Она из Аватара! Мои киты! Аватар еще из второй части! Это же Джейк Салливан! А он еще и в темноте светится! Эмма! А, так он еще и редкий! Вот это мне повезло! Ну-ка посмотрим, что у нас во втором! Ах ты так! Так, у нас какие-то сердечки. Так, это... У тебя тоже где-то должны быть сладости. О, вот ты где! О, Тим, а я тут что-то нашла. Что она нашла уже? С чего бы мне начать? Ты помнишь, у нас челлендж. Возьмешь что-то не черное, и я выиграю. Да помню я, помню я. Я, пожалуй, возьму это. А я вкуснятину нашла в черной коробке. Ах, это черная коробка. Ну давай, давай, пробуй.
А я сейчас все съем и тебе не оставлю. Я сейчас все съем и тебе не оставлю. Ну-ну. Сейчас попробую. Ну что, попробовала? Давай, смачного! Фу, они в чем? В перцем чили! Ой, что я тут нашел? Розовый нац! Клубничный! Может, передумаешь и вернешься в свою комнату? Мой клубничный нач. Нет, не вернусь. Так, надо быть осторожным. О, а это что? По-моему, очередная гадость. О, печенька. Съедобная. Какое вкусное печенье! До печенья добралась. Так, что тут у нас есть еще? О! Клубничный чупа-чупсик. Ну-ка. Неплохо. Так. О, глаза. Мой зеленый глаз взял. О, а я тогда твой Марс возьму. Какой глаз. Ой, как вкусно. Так, это у нас еще йогурт. Тут батончики. О, вот это находочка. О, какой сюрприз. Обожаю такие сюрпризы. Эмма, смотри, что я нашел. Какой вкусный десертик. Ха, мой десерт. А я твои колечки нашла. Сварек. С вареничком. Дима, а я тут твои колечки нашла. Они бомбезные. Подумаешь, сухой завтрак. Можешь есть, мне не жалко. Так, надо что-то другое.
что такое? Угу. Так себе. Так, это не черное, как вы, ребята, видите. А это что? Я вот такой радужный начинка. А это неплохо. Так, ветка. А это что? Экстра стронг. Интересно, что это значит? О, давай, давай, пробуй. Это тебе точно понравится. Так. Вау, какая красота! Ну-ка, иди сюда. Эмма, ты посмотри, что я нашел. Это же шоколадный единорог. Такого я еще не пробовал. Не ешь, это мой единорог. Я маму целый месяц ее просила, чтобы она его мне купила. Тогда возвращайся к тебе в комнату. Нет. Тогда я начинаю его пробовать. На. Стой, я согласна. Сдаешься? Возвращаешься к себе? Да, не трогай моего единорожка. Мама, Эмма сдается. Тогда освобождай мою комнату. А классный челлендж получился. Я бы еще парочку таких провел. Ребята, посоветуйте еще классных челленджей. Да ну этот чёртый.